Открытый фестиваль йоги собрал всех любителей восточных практик в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» для того, чтобы вместе открыть мир медитации. Йога для начинающих, кундалини и хатха-йога, комплекс даосской йоги. Субботний вечер для могилевчан был полунасыщенной программой. Преподаватели восточной практики устроили настоящий релакс для всех гостей фестиваля. Погруженные в занятия участники мероприятия смогли не только погрузиться в себя, но и узнать, на что способно их тело. Ну, фестиваль уже становится традиционным. Уже на протяжении лет 6-7 мы уже его проводим каждый год. В данном случае последних два года мы делаем формат, приглашаем только инструкторов могилевских. Благодаря этому этот фестиваль можно проводить полностью бесплатно, то есть полностью свободно. Занятия йогой во всем мире пользуются большой популярностью, и могилевские преподаватели восточной практики стараются популяризировать ее в Могилеве. На открытом фестивале йоги выступили 7 преподавателей из Могилева, каждый со своей авторской программой. Помимо занятий асанами, для гостей преподаватели подготовили и живые беседы, на которых каждый смог воспользоваться возможностью пообщаться с профессионалами. Организаторы фестиваля надеются, что в будущем Могилевский фестиваль йоги расширит свои возможности и географию и получит статус как международный. Алина Бабурко, Леонид Сикорин, 2 канал.